не сияется, все же мы животные, мы пахнем и одизаем. Нам нужно много времени, нужно много сил, мы занимаемся священным действием. Я голубка, где ощущаешь пределы. Зарычала, закрикала, все, как ты и обещала. Так здорово, так здорово. Нет дороги опасней, судьбы нет прибежища. Лучше сердце для знания круче тела. Ты сказала, возможно, ты не заметил, но у меня только что чуть не случился обморок. Ты чуть не упала в обморок, ты чуть было не потеряла сознание. Чуть не повалилась в обморок, я звонил. Чудо не исчерпаемо, нет ничего, кроме правды. Надо целоваться, как говорится, образоваться, поплатиться. Тут так не надо пугаться, мы не пугаемся. Может даже ходить убивать за Иешуа, но кроме любви просто нет лучшей награды. Может, это его бракилы? Ты говоришь, я бы с удовольствием во клетке мозга. Они восстанавливаются. Это было очень хорошо. Браво. Авангард Примитив, друзья, у нас сегодня здесь, в радиолаборатории. И мы вновь приветствуем. Друзья, расскажите вот, вот о чем. Кто ваши поэты? Ваш покорный слуга. То есть все на вас? Ну, пока да. А хочется вот найти своего писателя, вот, который будет вам регулярно тексты поставлять, а самому просто музыкой заниматься, нет?